В компании Росслайн мы приобрели целую линейку тракторов, начиная от 110 сил, заканчивая трактором 240 сил. У нас всего 4 единицы техники. Приобрели 11.04 трактор, 13.04, 22.04 и 24.04. Как бы, несмотря на серьезный разбег, под разные функции, под разные потребности предприятия трактора брались. И, в принципе, там 110 сил, допустим, таскает опрыскиватели, катки 6-метровые. 240 сил работает с плугом, с тяжелым культиватором. 13.04 трактор на подвозе воды для опрыскивания возит культивация по циклу, сев зерновых, сев пропашных культур. В принципе, полный спектр услуг для нашего предприятия выполняет. Все здорово, все нормально. Установили на трактора навигацию и прекрасно работаем. Там, в принципе, все просто, управление наипростейшее. Ребята приехали, объяснили, показали, научили. Все прекрасно было. Не без нюансов. Ну, такого, наверное, нигде не бывает, чтобы сразу сел и без проблем поехал, без проблем работает. Как бы по гарантии все устранялось. Ну, нареканий нету, все замечательно. Довольны. Росслайном довольны, довольны тракторами Йота. Ну да, если в линейке появится еще больше, более сильный трактор, мы на замену наших тяжелых тракторов планируем брать.